Социальная ответственность. Советник главы администрации Нового Уренгоя посетил сегодня район Карачаева. Именно здесь работают два предприятия, которые откликнулись на призыв Ивана Костогриза о благоустройстве. Фирмы должны не только присматривать за своими территориями, но и ухаживать за тем городом, где они расположены, уверен градоначальник. В этом смысле Фрахт, фирма, известная уренгойцам уже давно. В этом году к ней присоединилось и общество Уренгой гидромеханизация. Его работники подарили жителям района новый сквер. Подробности у Павла Прожогина. Первый пункт объезда – храм. На этом объекте строительство находится в стадии завершения. Практически закончены кровельные работы. Стены дома Причта совсем скоро вырастут до уровня будущей крыши. Параллельно идут работы внутри храма. Сделана внутренняя отделка, остались только доделать косяки под двери, выложить плитку на полы, вымыть, вычистить и повесить бра освещения. И все. И ко 2-3 ноября мы будем готовы провести первую службу. Причастные к благому делу отмечают, если навалиться всем миром, любые трудности преодолимы. И результат не заставит себя долго ждать. Все предприятия, которые работают здесь, в районе Карачаева, то есть, ну, от души вкладываются в это дело благое. Поэтому строили, строим и построим однозначно. Я думаю, что конец 2012-го, начало 2013 года, ну, это уже вообще крайний срок. Яркий пример социальной ответственности производственников – новый сквер. Подарок району от общества «Уренгой гидромеханизация». Здесь есть все для комфортного отдыха. Удобные лавки, зеленые аллеи. Для маленьких жителей Карачаева обустроена детская площадка. Для приверженцев здорового образа жизни – спортивный комплекс под открытым небом. Вижу, что людей много приходит в выходные дни, вечерами отдыхают. Особенно вот с малыми детьми, там, мамы с колясками гуляют. Для них вообще здесь раздолье будет. Территории предприятий должны быть чистыми и благоустроенными. Глава администрации Иван Костогриз постоянно заостряет на этом внимание производственников. Яркий пример обстоятельного подхода к делу – общество «Фрахт». Территория базы может смело претендовать на высокий титул образцовой. Пешеходные дорожки, производственные и бытовые постройки – все утопает в зелени. Именно так и должна быть поставлена работа у настоящего рачительного хозяина. Проплываешь по реке, по речке, мимо «Фрахта», все, глаза уже прикованы сюда. Ты уже никуда-то не отводишь, уже не шаришь по берегу. Обустроенный, красивый городок. А это производство. Это же замечательно. Вот на таких людях и зиждется, по сути дела, сегодняшняя организация социума. Подведя итог поездки, советник главы администрации города Александр Рябов отмечает, бизнесменам есть на кого равняться. Если каждый ответственно подойдет к процессу благоустройства, отпечаток психологии временщика полностью исчезнет с лица нового Уренгоя. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, служба новостей «Импульс».